Я зачитаю несколько стихов из Священного Писания из Евангелия от Иоанна. Это история, когда Иисус встретился с самарянкой у колодца. Зачитаю два стиха. Это Евангелие Иоанна, 4 глава, 13 и 14 стихи. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Такие интересные слова Иисус сказал самарянке, когда встретился с ней у колодца. Она пришла к колодцу почерпнуть воды, и у них состоялась беседа. И вот Христос говорит ей, обращаясь, говорит такие слова, что тот, кто пьет вот эту воду из этого колодца, он все равно будет иметь жажду. Ему надо будет постоянно приходить черпать. Но, говорит, у меня есть такая вода, которую я дам, что пьющий ее, он не будет жаждать. Но эта вода сделается в нем источником, текущим в вечную жизнь. И мы все с вами понимаем, что есть то, что насыщает наше тело, а есть то, что не может насытить ни наше тело, ни нашу душу. Есть то, что может, но это есть у Бога, что может насытить наш дух. И Бог даровал нам дух для каждого, каждому человеку дан дух от Господа, который нас животворит. И мы видим, что воля Божия в том, чтобы нам не только дать эту жизнь временную, но чтобы нам дать эту вечную жизнь. И для того, чтобы вечная жизнь могла в нас пребывать, для этого недостаточно кушать продукты, выращенные на земле, и пить там воду, соки или еще что-то. Для этого необходима другая вода. Для этого необходима другая пища. И Христос, когда пришел на эту землю, Он сказал: «Я есть хлеб живой, сшедший с небес». И всякий, кто будет вкушать этот хлеб, он не умрет. Другими словами, это есть та пища, которая дает нам вечную жизнь. И здесь Христос говорит, что у него есть такой источник, который он желает дать для каждой души, чтобы каждый человек мог питаться из этого источника. И сегодня мы находимся на этом месте. И Слово Божие говорит: там, где собраны двое или трое, там Божье присутствие. Там будет Божие содействие и благословение для народа Божьего. И сегодня мы стоим пред тем, который является источником нашей жизни, пред Его Словом, пред Его благодатью. И мы будем просить благословения, чтобы Бог на этом месте мог обильно напитать наши сердца, мог обильно оросить своей благодатью каждое сердце, чтобы мы могли иметь эту жизнь. И чтобы эта жизнь в нас проявлялась, и чтобы эта жизнь прославляла имя нашего Господа. Аминь. Будем молиться.